самая высокая оценка сегодняшнего дня. Это оценка Алины Кабаевой. Со скакалкой. А Ирина Чащина выступает в финале дня с булавами. Самый первый бросок, который будет с булавами, он считается оригинальным и дает бонус в десятую. За площадку, к сожалению. Выход за площадку минус десятая, но с такими амплитудными прыжками, которые дарит Ирина Чащина. Просто сложно этого не сделать. Композиция вообще напичкана сложнейшими элементами, в том числе сложнейшими бросками. Булавы, наверное, самый летающий вид. В сравнении с остальными элементами он подбрасывается чаще всего. Помимо больших бросков существуют и мелкие переброски, и жонглирования. Поэтому, наверное, это самый рисковый, в том числе, предмет. Хотя Алина Кабаева, например, сейчас больше всего любит.